Hey everybody, Linda here, and we're gonna play She Sees Red. It is a game that has a butterfly effect, and kind of reminds me of a little bit of like Until Dawn, but the only difference is you don't really have to stress out about like moving, holding your controller. You just make choices, and whatever choice you make in the game, that's what happens to you. And sometimes it ends badly, so you want to make a good choice. We're going to play a new game. And this is because I started another game, didn't really care. We'll keep going. So it's in another language, so I put subtitles. You can get the English dubbing, but the dubbing is really low, so you have to like bump the game up really loud, but then the music's really loud, so... Just FYI. He's not having a good day. Now, so far, I have seen about 40-something scenes out of 60. It doesn't tell you exactly, like, what scenes you already seen, you know, like, what's left. As far as, like, choice-wise, so you have to probably just look it up, but I've played this several times. I do enjoy the story a little bit, but some of the storyline is a little, really? So... It's not 100% great, but it's not 100% bad. It's an indie game. It's to be expected, so. I do wish, though, that they did give you options to, like, be scared a lot. That would be better, but we'll see. It's very sensitive for the choices, so that's why I flicked for a second. Сигнал подтвердился. Вызывай криминалистов. Да, и скажи, чтобы мешков взяли побольше. Они нам еще сегодня пригодятся. Ваши коллеги тут всех клиентов распугают. Может, мы их через рабочий вход заведем? А что с камерами? Они у нас работают только на зал. Здесь глухая зона. Снять. Стоять. В вашем положении не советую до него дотрагиваться. Статью 303 за сокрытие улик еще никто не отменял. Ну так если статью никто не отменял, может мы пройдем в офис и там? She's not very helpful. He's like, just cut the guy down. Все затопчем. А вы потом на нас свалите. И какой в этом смысл? Охранник был уже мертв. Я не представлял угрозы. А нападавший все равно задержался, несмотря на риск, чтобы повесить тело. Да он буховый был. Врубил режим Рэмбо. Нет, ну пьяный бы с ним не справился. Как-то все очень сложно для случайного посетителя. Это сообщение.
It's a message. It's a sign. Oh, snap. Нападавший понимал, что вне зависимости от того, кто найдет тело, есть только один человек, которому сообщат все подробности. Вы это серьезно? Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Нет. Только то, после которой трупы остаются. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Пока не стоит. Но вы имеете право на его... Yeah, definitely call your lawyer, dude. Ситуация начинает проясняться. Oh, man. Somebody's on the way. So. We're gonna look around for something. Something, anything. There we go. Stabby, stabby. Something to help you out. Oh, snap. Где второй? Кто? Ну. И что у вас здесь? Makes that scene so much easier, doesn't it? When you play it, you'll know what I'm talking about. Ну и на Лёху он с бутылкой кидался. Ну, приглядывай сюда. Ну, дальше. Остудить. Остудили, блядь? Это постановка. Он действовал по заранее продуманному плану. Но вторая жертва была случайностью. Поэтому тело пришлось спрятать. Он боялся, что его сообщение вы можете не прочитать. Я его не знаю. Значит, следуем за хлебными кружками. Need some James Bond music. Ему навстречу кто-то шел. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его без боя бы не пропустила.
We're gonna distract him. He looks like he's just trying to fix stuff. He's not actually securing the area. Where did that happen? Все ломать, а. Стоять! Чего у тебя здесь за срач, а? Банально отвлекающий маневр. Ваш гость уронил бутыль с водой. И пока охранник с ней возился, он спокойно прошел прямо за его спиной. Да почему охранник-то? Здесь другого персонала полно. Обратите внимание на пол. Вы заметили, что он идеально вычищен? Даже у самых стен, в углах, везде слухов. Я очень сомневаюсь, что ваш уборщик так тщательно выполняет свою работу. Над ним кто-то стоял. А кого здесь бояться, кроме вашей охраны? Давай, убирай! Да-да-да-да-да-да. Я вам советую сменить охрану. I can tell you don't like her. Ну, идемте. Мне даже стало интересно, что этот незнакомец успел еще натворить. Подожди, еще. Next butterfly effect. So we're gonna stick to the plan. Makes things less complicated. Держи. Держишь? Угу. Спасибо. Don't even question him being there at all. Nope. Где-то час назад. Да не, минут 30, не больше.
Юрий Евгеньевич! Юрий Евгеньевич! Я что вспомнил? У него вот здесь наша татуировка была. Какие-то иероглифы китайские. Юрий Евгеньевич, вы знаете кого-нибудь с такой татуировкой? Нет. I just love how the guy had a scar on his face. Didn't even get that taken care of. He's like, I'm too busy doing my job. Dedication right there. А я думаю, есть что. Let's see what he does. He found something. Ding, ding, ding. What could it be? Знаю. Это вас надо спросить. Oh, snap. Должен тебя за это собака вскормит. После стариков. Но Джек. За любой мелочи. Как порох взрывается! Стой, сусор! Подожди, я знаю! Goodbye! Ouchies! Он ушел дальше по коридору. Другого варианта у него нет. Идемте. Я что, тут сам с собой разговариваю? Это частная территория, и тебя сюда пустили, чтобы ты нашла тех, кто режет моих парней. Поэтому давай пойдем.
и ты будешь выполнять свою работу. Will she find anything? Let's see. Кто это? Вы знаете, эта девушка? Тамьяна. Оу, снэп. Куда вы? За дочерью. Plot twist. Ди-ди. Ба-бум. Тот, кого вы нашли в подсобке. Возвращаемся обратно. Оттуда у него только один проход. Через склад. На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Я отвлеку эту суку. Сходишь и проверишь схрон. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки? Плоп. А в клубе теперь Яна хозяйничает.
Она у нас уже несколько месяцев управляющая. А скажите-ка мне номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвонит, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич, а вот теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. Oh, here we go. Шеф, а где же ее? Все на пол! Дальше, адвокат! Он где-то здесь. We're gonna follow the plan. Закройте шторы. Держи дверь. Можно подняться. Я думаю, нам надо. Вызывай армян. Сколько? Всех. Я этот клуб. This guy's prepared. Доски разберу, но найду этого ублюдка. А нам не нужны армяне. Далеко эта комната? Это хорошо, что ты еще здесь. Юрий Евгеньевич, я думаю, вам не стоит принимать необдуманные решения. Кто-то хочет пострадать от рикошета. Threatening. Here we go. He got a big gun. Boom. 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 Ну, здравствуй. And you'll see why you shouldn't make hasty decisions. How many people guessed halfway through the game? Let me know in the comments below. Yeah. And that is why you wait to see what's going on. Ночной клуб «Рай». В подсобных помещениях произошло тройное убийство.
комнате со стульями, в вентиляционной шахте, вы найдете тайник с кокаином. Что дальше? Я просто хочу выспаться. Yep. She played him. Like a violin. And he followed the notes all the way through. And there you have it, ladies and gentlemen. So, what did you think of She Sees Red? Would you recommend it? Would you play it? How would you get there? So, if you like this video, give it a thumbs up. And if you're new to the channel, please subscribe. Helps out. Hope you have a great rest of your day. Keep on gaming. And remember, do you see red? Don't make hasty decisions. Bye, everybody. Catch you next video. Linda, the gamer girl. She's here, she's playing games. Linda, the gamer girl. She's here, she's playing games too.